Семен Израилевич Липкин. Одесса, Москва. Вильнюсское подворье. Ни вывесок не надо, ни фамилий. Я все без всяких надписей пойму. Мне камни говорят, они здесь жили, и плач о них не нужен никому. И жили, оказалось, по соседству с епископским готическим двором и даже с ключарем святым Петром, и были близки нищему шляхетству, и пан Иисус в потертом кунтуше порой плакал и об их душе. Теперь их нет. В средневековом гетто курчавых нет, и длинноносых нет, и лишь в подворье университета под аркой, где распластан скудный свет, где склад конторской мебели, нежданно я вижу соплеменников моих, недвижных, но оставшихся в живых, изваянных Марию, Иоанна, Иосифа, и слышит древний двор наш будничный, житейский разговор. Моисей. Тропою концентрационной, где ночь бессонна, как тюрьма, трубой канализационной среди помоев и дерьма, по всем немецким и советским и польским и иным путям, по всем печам, по всем мертвецким, по всем страстям, по всем смертям я шел. И грозен, и духовен. Впервые Бог открылся мне, пылая пламенем газовен в неопалимой купине. Зола. Я был остывшей золой, без мысли, облика и речи. Но вышел я на путь земной из чрева матери, из печи, еще и жизни не поняв. И прежней смерти не оплакав, я шел среди баварских трав и обезлюдевших бараков. Неспешно в сумерках текли фольксвагены и мерседесы, а я шептал: меня сожгли, как мне добраться до Одессы?